Липецкий клуб ЛКС – дебютант российской мини-футбольной пари Суперлиги. Но тренирует его человек, который умеет сделать из аутсайдера претендента на медали. В Тюмени у Тимура Алекберова был именно такой опыт. Ответ, насколько Денис Абышев и Сергей Чухрий смогли подготовиться к партии с бывшим наставником, дала очная встреча МФК «Тюмень» и ЛКС. В первом тайме команды осторожничали 0-0. Во втором пошло повеселее. Счет после нарушения в штрафной гостей и просмотра судьями видеоповтора открыл Данил Карпюк. Удвоил его еще один вернувшийся домой из аренды игрок Азиз Муждаков. Экс-тюменец Денис Гулякин постарался вернуть интригу, причем до удара, видимо, успел сказать защитникам хозяев морская фигура «Замри». Правда, виртуоз Андрей Батарев тоже отказался покидать площадку без красоты. Его гол и стал победным. За 19 секунд до финального свистка Денис Субботин нарушил правила своей штрафной, и Александр Коробейников поставил точку в игре 3-2 в пользу Тюмени. Сегодня команда Дениса Абышева встречается с новой генерацией из Сыктывкара.